Это программа «Ничего себе ньюс», меня зовут Даниил Жданько. На календаре вторник, а это значит, настало время очередного креативного новостного выпуска. Приготовьтесь, я начинаю. Узнаем, зачем в Новополоцкий музей взяли на работу кота, увидим, что течет в ложице вместо воды из-под крана, и вместе посмотрим, как белорусские военные приняли участие в Тетрис-челлендже. Начнем с мировых новостей. В интернете на днях появились шокирующие кадры из Малайзии. Там солдат укротил королевскую кобру голыми руками. Ничего себе! Военнослужащий спускался по грунтовой дороге, окруженной пальмами, и столкнулся со змеей 1,8 метра в длину. На кадрах видно, как мужчина в рубашке с короткими рукавами разминается возле агрессивно настроенной кобры. Бесстрашный солдат кладет руку ей на голову и медленно опускает на землю. После чего он сильнее надавливает на кобру, и та начинает извиваться. Стоит отметить, что королевская кобра – одна из самых опасных змей на планете. Ее укус убивает за 15 минут. Хорошо, что в Беларуси нет ядовитых змей. Разве что тарантулы появились. Если вы смотрели нашумевший сериал «Чернобыль», то следующая ньюс вам точно понравится. Высокорадиоактивный зал управления 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, тот самый, где в 1986 году произошла одна из страшнейших техногенных катастроф, открылся для туристов. Посмотреть, как все выглядело в тот роковой день, может каждый. Правда, перед посещением придется надеть защитный костюм, шлем и перчатки. Первые группы уже посетили зал. А вы готовы отправиться на такую экскурсию? Удивительная ферма на днях открылась в Нидерландах. Отличается от других хозяйств она тем, что стоит на воде. Ничего себе! Плавучая ферма оборудована специальной крышей для сбора дождевой воды. Электричество вырабатывают установленные рядом солнечные панели. Процесс кормления коров и уборки навоза автоматический. Здесь даже есть массажные щетки для животных. Коров кормят травой, состриженной с футбольного поля, картофельной кожурой, отрубями с местных мельниц и отходами производства с пивоваренных заводов. Но если коровы вдруг соскучатся по привычному пастбищу, в любой момент у них есть возможность сойти на берег и пощипать зеленой травки. Наверняка в интернете вы видели кадры нового марафона Tetris Challenge. Если нет, то сейчас я объясню, в чем его суть. Различные службы выкладывают все свое оборудование аккуратным прямоугольником, ставят транспорт рядом и сами ложатся посреди снаряжения. В Беларуси ранее к такому арт-перформансу присоединились энергетики, МЧС, национальный аэропорт, а теперь и военные. Танкисты 120-й механизированной бригады поспешили улечься у бронированной машины и отдали приветствие на камеру. Кроме финальной знаменитой фотографии, появился в сети и ролик подготовки к ней. Напомню, что челлендж запустили полицейские из Тюриха. Мечтал я в детстве, чтобы из-под крана дома не вода текла, а, например, лимонад или кола. Но, к сожалению, до такого прогресс еще не дошел. Коктейль можно сделать разве что из горячей и холодной воды. Но вот жителям столичного микрорайона Лошица повезло так повезло. Уже полгода из крана здесь льется только вода коричневого цвета. Причем иногда и с мякотью в виде песка. Ответить, почему так происходит, никто не может. Чудо-жидкость даже брали на экспертизу, но она установила: все в порядке. Ну чего жаловаться-то? Это же грязевые ванны. Расстроиться из-за этого может только стиральная машина. Работать на таком топливе крайне тяжело. Жильцы дома шутят, что после принятия ванны в ней же можно слепить куличики из песка. А вот эта ньюс прилетела к нам из Новополоцка. Там в музее истории и культуры на службу приняли черно-белого котенка. Конкурс на вакансию не открывали, пушистик просто пришел на крыльцо музея. Сотрудники решили, что он хотел не только еды и тепла, но и знаний. В итоге теперь у кота практически официальная должность – младший мяучный сотрудник. На работе он уже 3 недели, в его подчинении – мягкое кресло и игрушки. Оплата идет едой, аванс и зарплата каждый день. Всем бы нам такую научную карьеру. Сейчас же в музее думают, как же назвать котенка. Варианты разные. Знич, бегемот, Леопольд, музейщик. В общем, скорее всего, его назовут МИК, сокращенно от Музея истории и культуры.
Это все на сегодня. Меня зовут Даниил Жданько. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-2». У нас много чего интересного. На сегодня все. До завтра. Пока.